Какая она? Профессия полицейского? Много ли требований предъявляют сотрудникам полиции? Такие вопросы слушатели класса будущих полицейских задавали напрямую тем, кто служит в органах. Курсы для будущих стражей порядка в Щелковском центре «Романтик» появились 8 лет назад по настоянию Совета ветеранов при управлении МВД России «Щелковская». Вся работа ведется ради одной главной цели. Привлечь, прежде всего, внимание к профессии сотрудника органов внутренних дел. Это первая наша цель была. Всегда есть проблемы в кадровом вопросе. Поэтому мы хотели, чтобы заранее, как можно раньше, привлечь внимание ребят к этой профессии. И мы это объясняем, что вы получите знания, объем такой, что вы сможете ориентироваться не только в этой профессии, но вообще по жизни. Круглый стол традиционно проходит в начале учебного года, чтобы слушатели, учащиеся 8-11 классов, уже сейчас могли себе представить обязанности дежурного патрульно-постовой службы, участкового уполномоченного, сотрудника уголовного розыска, следственного подразделения, специалиста по работе с несовершеннолетними. Руководитель Центра кинологической службы Александр Антонов пришел на круглый стол со служебной собакой, длинношерстной овчаркой по кличке Братислава. Это сплоченная пара, заточена на поиск взрывчатых веществ и боеприпасов. Ну, данная собака может отработать сначала всю площадку, как говорится. Если она больше запаха не увидит, а только там источник, то есть она обозначит это источник. С первых дней в классе будущих полицейских преподает сотрудник с 30-летним опытом службы в МВД Сергей Козлов, полковник полиции в отставке. Именно он адаптировал программу для высших учебных заведений, чтобы она стала понятна простому школьнику. В первый год подростки получают представление о российской судебной системе, знакомятся с уголовным правом. На второй изучают основы уголовного процесса, ювенологии и виктимологии. Несмотря на то, что у нас класс будущих полицейских, мы не настаиваем на том, чтобы и не тянем никого, чтобы были полицейскими, а чтобы именно получали юридические знания, знали конституционные принципы осуществления правосудия, знали свои права. Выпускники класса будущих полицейских поступают в профильные вузы и колледжи правовой направленности, а кто-то возвращается на службу в родной город. Именно так пришел в полицию выпускник класса 2015 года Денис Ужевко, сегодня оперуполномоченный уголовного розыска. В класс будущих полицейских я ходил 2014-2015 год, после чего поступил в высшее учебное заведение университета МВД России имени Владимира Яковлевича Кикотя. Познавая эти азы, каждый изберет для себя дорогу в будущем. Цель выбрана, но сперва ребята должны прослушать курс занятий. Для 11-классников предусмотрена укороченная программа. Щелковские школьники еще долго задавали вопросы участникам круглого стола. И, судя по активности, все они решили пройти двухгодичный курс обучения в классе юных сотрудников полиции. Здесь, в центре «Романтик» на Пролетарском проспекте. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.